Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Киш-Миш Плей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Мертвый Остров 2. В прошлой серии мы, конечно же, бегали всякой фигнёй занимались. Целую серию, я даже не заметил, как прошла серия, мы тут занимались всякой ерундой. Я хотел найти ключи от гаража, но, блин, я что-то этих ключей пока не наблюдаю. Почти весь дом уже облазил. Уже весь дом, получается, я облазил. Но ключей я так и не увидел. К сожалению, похоже, мы с вами остались без гаража, без вот этого замечательного... А, подожди, ты чё? Ёп, твою мать. Ты чё? Я реально опять испугался. Ты чё меня пугаешь? Фу. Конечно, страшновато. Нужен предмет. Ключ от сейфа, да ёп, твою мать. Ключ от сейфа еще нужен. Я, конечно, буду смеяться, если нужно по сюжету потом. Он уйдет в дом, потом даст тебе дополнительное задание, даст тебе в награду эти ключи. А сейчас мы просто как бы тратим время. Но, так, аэрозольный балл. У меня даже жизни не потратились. А почему? Почему? Это я... А, сервер не все... Я что такое? Скоп. Что такое скоп? Скоп какой-то. Опачки. Опачки. Умение легкость. Какое-то умение у меня есть. Повышает скорость атаки, но уменьшает силу удара. Ну, блин, как бы и да, и нет. Получается, мне сказали, некоторые из них будут нести негативный, как бы, подтекст своих этих действий. Но, как получается, уже все. Они все несут какой-то негатив. Все. Так, давай посмотрим. Здесь на месте еще сидишь, да, старикан? Кёртис, дай мне, пожалуйста, это. Ключи от сейфа, от гаража нет. Жалко, что ли? Ну, я тебя спас все-таки. Как бы спас, рассказал, куда идти. Мог бы уже и отблагодарить. Ну да ладно. Не судьба, значит, нам. Все, сюжет. Все, сюжет, хватит. Все, идем по сюжету. Никаких допов. Идем прямо по сюжету. Вот прямо целенаправленно. Так, что приуныл? Что приуныл? О, ты это, встаешь! А! Еще один прибежал. Мать, на, с ноги. Бегун на каблуках. Ты где-нибудь видел такое? Б. Их, короче, много. Пора сваливать. Берем пример из... нет, не берем пример. Я хотел взять пример из Dying Light и убежать просто, но... Удивлен вашему проворству. Удивлен тому, что вы смогли до меня добраться. Новый уровень. Выживальщик, у меня новая карточка какая. Так, воодушевление. Контратаки делают зомби... контратаки дают еще больше здоровья. Окей. Разряд. Использование аптечки вызывает сильную волну, знаю. Слабовато гнилушка. Заблокируйте атаку или уклонитесь от нее, чтобы получить небольшой бонус к урону. Да, что-то пока не особо. Все. Сюжет. Нормально. 600 здоровья. Слушай, здоровье повышается с каждым этим. С каждым уровнем у меня здоровье все больше и больше. Чудес. Шатуны. Все, порвал. Порезал шатунов. Это, скорее всего, сработает сигналка. А, нет, не сработало. У вас не осталось места. Вы не можете взять дополнительное оружие. Разберите часть оружия или загляните к торговцу. Так это, пойдем. Это нам придется бежать обратно аж туда в дом, чтобы мне сейчас разобрать часть оружия. Да я выброшу, если что. Просто выброшу. Чтобы отключить сигнализацию, что ты там, аккумулятор. Пятаки здесь крутил на месте, да? А, смысл какой? О, привет! Уже ли срез я перед собой? Что это вообще такое? Это отель? Или мне через этот дом просто нужно пройти? Заперто. Может, есть лазейка сверху? Может быть. Все может быть. Все в этом мире возможно, как бы. Нет ничего невозможного. Если очень захотеть, можно в космос полететь, как бы. Так. О, батончик. 600 здоровья надо как бы восстанавливать, как бы. Ой, какой красавец у нас здесь ползает. Ходок. А почему вот эта вот вода? Что это на него? А, он типа в зоне электричества. Но у меня нет аккумулятора. Я думаю, что вряд ли бы, конечно, он сработал, если бы я просто кинул его. 75 мощь оставляем. Хотя, погоди. Рюкзак. Что у меня вообще в рюкзаке? 75 мощь, так у меня вот это. Разобрать, я могу прям здесь. Ёпта. Сколько мощи в этой трубе было? Сейчас, подожди. Так, 75 и...
75. Короче, мы сейчас будем разбирать все, что меньше 75. Не на ту нашел. Во, рюкзак. Все, что меньше 75, мы разберем. Блин, я хотел с трубой это побегать. Вот эти я знаю, как выглядит. Да и зачем? Слушай, зачем? Одну оставлю такую палку, остальную разберу. 89, не слабо. Шестьдесятки все тоже поразбираем. Хорошо, что я могу прямо сейчас это разбирать. Блин, жалко, конечно, сабля 44, но пора уже от нее избавляться. Пора... Ну, мне игра дает оружие посерьезнее, понимаешь? Игра реально дает оружие гораздо посерьезнее, поэтому можно таскать ее с собой. Я бы, конечно, лучше это, наверное, продал, но я соберу сейчас новое что-нибудь. Кстати, денег у меня, знаешь, сколько? 3500. 3500 денег. Я не знаю, откуда я их набрал. Я понятия не имею, где я их достал. Но они у меня есть. И только... Знаешь, что я сейчас понял? Что у меня в скором времени мощь моей этой штуки будет не такая уж и крутая, поэтому будем использовать. Ты че? Это я разбурился на столе. Проклятые технологии. Халк крушить. Все, идем дальше. Идем дальше. О, какая картина классная. Прям огонь. Мне нравится. Опачки. Ключи от загона для коз. Что? Какой загон для коз? Ну вот, и залез. Вот, ну ты ж не залезешь, да не смеши ты меня. Бочком-то, копочки, и залез бы. Ладно. Отвлекаюсь. Опять же, отвлекаюсь. Новая игра, знаешь, когда играешь в новую игру, очень много всего прикольного. Чувака из басика может под это... поджарить. Ой, а я случайно. Я горю, получается, или нет? Ой, толстячок какой. До свидули. Деньги забрать. Да, деньги он поднимает автоматически. Танеш, нет? А ты? Все, отдыхаем. Отдыхаем на расслабухе. Спасибо. Очень вкусно было. Спасибо за батончик. Так, в эти штуки можно стрелять. Да смысл какой стрелять в них нету. Мне нужно куда? 48 метров. Подожди, так это просто проход через дом. Я могу здесь, конечно, все обшарить. Ой, дверь открыть. Да упс. А я стекло выбил. Это мы заберем, деньги мы тоже заберем. Этого проверим. У них всех каких-то одинаковые кофточки. Ты кто-то потручал или что? Просто, просто с ног. Кто это? Кто она? Мариса из загона для коз? Ключ от загона для коз. Отлично. Эй, воля, ле ключ карта де прислуги. Подожди, загон для коз это что ли комната для прислуги? Ну ты прям, это как-то невежливо даже. Я понимаю, что ты крутой чувак, у тебя много денег, ты нанимаешь себе прислугу, но называть это загоном для коз. Так я же взял ключ от загона для коз. Эй, ты чё? Мне, подожди, я нашел ее. А, может, мне надо ключ-карту это применить? Отпереть. Все, типа, все отперто, да? А, нужен именно ключ, а вот карточка тебе не подойдет. Ой, дай все. Ну что ты, да? Здесь можно, конечно, найти, наверное, какого-нибудь зомбака, у которого... Да смысл какой мне от этих дверей входных? Я уже внутри. О. Ой, энергетик. Ходок еще один. Энергетик возьми. Выпей. Пускай же здоровье поднимется. Пускай поднимется здоровье. Так. Кто ты? Там написано имя его. О. Интересно, вылезет она сюда или нет? Если я окно не открою. Где ключи твои? Да ладно, идите сюда. Ой, ходок на красном. На черепе. Давай попробуем. Ну это ж ходок просто, понимаешь? И тем более они такие уж и сильные, я их немножко даже покосил. Они просто чуть-чуть, я так понимаю, большего уровня, чем я. Я случайно использовал эту штуку. Я не на ту кнопку нажал, хотел уклонение нажать. Ну и все. Как бы я красных разрубил. Они типа немного... Они были чуть-чуть сильнее, чем я. Нормально. Пошла музычка. Кирка-мотыга? Где она? Подожди, она, скорее всего, в рюкзак упала. Нет. А, вот же.
Ну это прям тяжелое будет. Это прям тяжелое против толпы. Ничего, поиспользуем тоже. И между прочим, тот парень был с каким-то определенным именем. У него должно было что-то выпасть. У этого вот. Но ничего не выпало. Почему? Жалко, даже обидно как-то. Что, зря старался, что ли? Зря, что ли, старался, получается? Энергетик, давай. Восстанавливай мне все здоровье. О. Бля, очень медленная. Очень медленная штука. Может быть, против толпы пойдет, но тяжеловато с ним сражаться. Мы опять занимаемся какой-то фигней. Дверь. Открывается дверь быстро. Какая дверь? Вы че? Мне двери не нужны. Вот как я захожу. Вот как я захожу. Все, я понял. Загон для коз — это, скорее всего, название этого дома, а это какой-нибудь типа TikTok House. Поэтому все понятно. Все понятно, почему это так называется. Так, и я зря, получается, того чувака скинул с крыши. И вообще с ним сражался. Ящик, ящик. Хорошо. Вот, видишь, у них тут типа... вот это я понимаю. Вот это место для стримера. Моим подписчикам. Только не снап, а вот таким лицом пишешь мысленно на телефон и не делишься своими 50 тысяч. Ай, ну слушайте, ну развернуть... Не хочу я это читать. Вы почитайте, если вам интересно. Я продолжу дальше. Вообще огонь. Я бы хотел такой сетап. Ты посмотри на это. Просто огонь. Опа. Какой свет, какие камеры. Блин, да здесь вообще фильмы снимать можно. Дверь нам не нужна. Дверь нам не нужна. Здесь тоже ничего не упало. Я просто сюда хотел вернуться, посмотреть. Может, здесь что-нибудь упало? Нет, здесь ничего не упало, к сожалению. Очень жаль. Очень жаль, между прочим. Ладно, все. Власти, иммунитет, погнали. А нет, все-таки с высоты нельзя. Лучше не падать. На какую мне сторону идти? А, туда. Все, погнали. На мягкое. Опа. На мягенькое работает. У них здесь был типа съемки какие-то, смотри. Да стопудово. Стопудово какие-то съемки. Все, уходим. Ну, слушай, ходока с двух ударов, это, конечно, мощно. Ну, очень медленных ударов. Увечье! О, батончик. Я здесь выйду? А, ну мне нужно было найти этот ключ. Вновь на верном пути. Нам нужно было найти этот ключ, чтобы выйти, в принципе, из ворот. Мимо, ты понял? Ой, посмотри, как хорошо прорисовано. Я его прям пополам разрубил. А я здесь не пройду. Как мне здесь пройти? Я здесь не пройду, мне надо дальше куда-то двигаться. Хорошо. Я понял, это все... А, надо вернуться. У меня за спиной проход. Это все лабиринт просто из лакшери супердомов, и ты проходишь прям по дворам, потому что все завалено. Все закрыто. Чемодан, давай, хлам сюда. Аэрозоль тоже давай. Они мне пригодятся. Или для ремонта, или для чего-нибудь еще. А это какие-то автобусы для эвакуации были? Чемодан, денежку. Да, смотри, водитель был прям за... Ну, в клетке сидел какой-то. Ну, чтобы к нему не добрались. Классно. Он явно себя чувствовал в безопасности, но это не сильно ему помогло. Там тоже все в кровище. А может, он и выбрался. Откуда ж мы знаем? На опыта дали за сильный удар. Бензин. Увечья. И двоих или один жив? Не, двоих, одним ударом. Хорош. Кошелечек. Это выход из какой-то карантинной зоны? Перейти отель. Да, отель Гейльплейн. Гейльплейн. Ясно, здесь будут условно открытый мир. Условно зоны будут разделены, и мы будем между зонами переходить. Красиво. Это типа топор? Войти в игру, я не выходил. Я вроде не выходил из игры. Свяжитесь с властями. Сюрприз, сюрикены. Если не пугаю, Гальперин буквально за углом. Прямо за этим домом, где я перебрал с колесами и пускал пузыри в джакузи. Сюрикены. Смена метательных предметов. О, а они тоже бесконечны? Да, они бесконечные. Только я не попал ни одного. Он три кинул почему-то. Я думал, он кинет один и сильный.
Прошу, скажите, что остальные парни в лучшей форме. А, это типа, это же солдат. И вон еще один. И промазал. А он попал. И я еще раз промазал. Если бы он еще раз попал, это был бы просто позор. Было бы просто позорище. Куда мне надо идти? Ага, туда, 170 метров. Да пойдем. Двинули потиху. Будем потиху их подрубывать всяких. Можно даже вот так вот пробежаться. Даже не буду на них отвлекаться. Какой смысл? А это можно запустить. Ну, то есть здесь сейчас ток пойдет. По этим вот канавкам, да. Пускай работает, пускай потихоньку оно самоочищает. Египет, землетрясение постаралось. Он сказал Египет. Вот бы туда что-нибудь взорвать, а? Там же бочка лежит. А что я могу... А, я могу кинуть. Это же специально лежит для этого, правильно? Докину, не докину. Попал. Сейчас взорвется. И тачка. Хорош. Вот почему он идет ко мне? Он же горит. Я на самом деле хорошо здесь очков, получается, себе немножко заработал этих. Чуть-чуть подзаработал опыта. Он... Ты посмотри, он прям поджарился. Они разрушаемые зомби сделали прям круто. Ну реально круто. Ну ты из... Забирай сюда. Так, рано или поздно оружие... Да, я знаю. О. Они реально круто сделали эту всю разрушаемость. Вы чего здесь так много? Чего вас так много, ребят? Кстати, к выходу мертвого острова второго... Получается, Dying Light — это мертвый свет, а Dying... Dying... Как это? Iceland? Iceland? Island. Мертвый остров — это... Что я хотел сказать вообще? Я так мысль потерял. Короче, мертвый свет выпустили обновление, в котором у них начали лучше разрушаться зомби. Видимо, из-за того, что они увидели, как могут разрушаться здесь зомби. И это... Что если это не прямая конкуренция в самом чистом виде? Лежи, блядь. Я не понимаю, что ты встаешь? Готов. Он что-то охранял. Прочный контейнер, провод забрать. Когти мясорубка необычная. Это что такое? Подожди. Это оружие. Это рукопашечка. Хорош. Я буду ходить с этой штукой. А, мне сюда не надо. Ломик. Монтировка 89. Клинки выбрать. Двинули дальше. То есть вот это вот секретная военная разработка, которую вот прям охранял солдат. Похоже на какую-то самоделку просто. Но если они, конечно, из адамантия, то вопросов ноль. Так, багажник у нас здесь спереди, а он открыт. Ладно. Я думал, здесь что-нибудь крутое будет. В крутой тачке крутой лут. Хелперин Хотел. А, Хелперин. 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 Ну, ясно. Мой инглиш is very well. Это чисто росомаха. Как мне залезть туда? В обход, ясно. Ну, ничего. Нормальные герои всегда идут в обход. Нерасполагающее место. Нерасполагающее, смотря для чего. Как бы я здесь, в принципе, располагаюсь нормально. Ну, когти, ладно, норм, но не скажу, что прям вау. Почему-то вау я эффекта не вижу. Да ладно, ну, скоро нельзя открыть. Очень жалко. Зря убивал. К чему вся эта жестокость вообще? К чему она была? Я просто могу пройти. И все, и они будут дальше себе грызть там трупы. Они, получается, как санитары леса или что? Ой, а там это что-то есть. Подожди, сейчас надо выключить. С ними сразу разберу. С ними сразу разберусь, а потом попробую выключить электричество и залезть внутрь. Там красный сундук закрыт электричеством. Специально, блин, спрятали. Ой, ты тоже встанешь? Должен лежать, по идее, тебя ели. Здесь столько всего разбросано, просто кошмар какой-то. Так, вот, провод. Провод лежит. Куда он уходит, провод? А, здесь нет никак... Тихо. Спокойно.
Я чисто осмотрюсь, а потом, если не найду как бы элементарное решение, просто возьму и перепрыгну. Скорее всего, мы так сейчас и сделаем. Да, залезь. А, и вода еще течет. Ёб твою мать. Я умер, нет? Жив еще. Еще и загорелось, класс. Я восстановил себе ХП, но там еще и все и загорелось к чертям собачьим. Я хоть собрал... Я ничего не собрал. Я просто так рискнул здоровьем. Ну ладно, оно сейчас выгорит, и я попробую еще раз забежать, пока соберем чемоданы. Класс. Классно. Вон лежит мой лут. То есть мне электричество подожгло бенз, и взорвалась бочка. Ой, а что тут? О, хорошо, давай заберем. Давай попробуем еще разочек. Так, мы сейчас чисто вот... Есть, собрал. Полицейскую дубинку, обычный. Это было очень глупо. Это было очень глупо. 100 хп. Я как бы потратил две аптечки, но аптечек здесь разбросано просто на каждом шагу, поэтому не сильно страшно. Зато я взял полицейскую дубинку. Вот она. Какая у нее мощь? 189. 89. Ёпта, у меня когти больше дают. Ну, ладно. Давайте так. Это была рубрика «Эксперименты». Мне нужно было проверить, как это сработает. Ну, конечно, он будет открыт. Еще бы. Аптечка, что там внутри лежит. О. Аптечку заберу. Кто придет? Можно вниз залезть. И что здесь? Ну, здесь как бы... Ясно. А это еще и бегун. Он сейчас за мной побежит. До свидания. Все, я ухожу с зоны. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Опа. Я случайно кинул не туда. Нормально? Все нормально. Давно не пойдут. Чемоданы заберем, косметички заберем. Все, дальше в отель. Просто чешем напрямую в отель. Все. Я путаю просто иногда кнопку у ворота с кнопкой броска этих приманок. Нормально, кстати, прилетело. Ай-яй-яй, током себя еще ударил. Отойди от меня, пожалуйста. Девушка, держите себя в руках. Я понимаю, что просто с ума сошли от моей красоты, но так делать не надо. Жалко, сюрикены долго это восстанавливаются. Так, сколько у меня? 300 хп? У меня больше нет места, сейчас что-нибудь разберем. Сейчас что-нибудь разберем и потратим аптечку, скорее всего, потому что я что-то вообще за здоровьем не слежу. Хорошо. Так, подожди. Пока ты до меня дойдешь, я успею 350 тысяч раз это все сделать. Так, самые слабые разбираем. 75. 74 вижу. Кастеты. Мне не очень нравится, кстати, вот кастеты. Эта штука мне не очень нравится. Давай мы сейчас возьмем оружие другое. Давай возьмем вот такую палку. Я с такой еще не бегал. По идее, должен быть радиус побольше. А да ты чё? Что вы делаете, ребята? Не, палка вообще как-то не убивалка. А, ну, в целом норм. В целом норм. Самодельный меч, отлично. Хлам забрать. Что у нас... Что нам приготовило... Опачки. Карточка. Письма детей. Давай почитаем. Пачка писем, написанных на яркой бумаге с персонажами из мультфильмов и двумя напечатанными предложениями. Напиши письмо своим родителям, расскажи, как хорошо проводить время и хочешь поскорее увидеться. Самое верхнее письмо написано корявым почерком. Привет, папа. В отеле хорошо, мы рисуем и смотрим кино на стене. Тут много детей, больше школы. А, тут много детей, типа, больше, чем в школе. Я рада, что Даниэла тоже тут, и нам разрешают болтать весь день, а не как мисс Купер. Большая тетя в пятнах сказала, что мы скоро уедем. Мы поедем на автобусах на пляж, и там на большую лодку. Я никогда не была на лодке, очень жду. Надеюсь, ты в порядке и больше не кашляешь. Ты нашел орешку. Не забудь взять ее, или я тебя никогда не прощу, даже когда мне будет 100 лет. Целую, обнимаю, Белла. В пачке еще десятки похожих писем. Ну, это дети писали своим родителям. Это зона карантина, как бы. И это дети писали своим родителям письма... А батька кашлял, поэтому, скорее всего, батю она больше в жизни не увидит. Если они вообще отсюда выбрались. Есть подозрение, что нет. Да ты в шлеме! Как убивать зомби в шлеме? Так, дубинка тоже ни о чем. Я шлем сбил с него. Все, лежать бояться. Лежать бояться. Дубинку надо разобрать будет. Мне не очень она нравится. Вон красный чемодан. Красный чемоданчик. Опа.
это уже вещь. Вот это вещь. Дай колун вместо него возьму. Вот этот? Обычный колун, он уже зеленым подсвечивался, нет? Ладно, идем дальше. Да тут их больше и больше становится. А, подожди. Аккумулятор поставь. На место поставь. А, куда-то мне придется эти аккумуляторы вставить. А, вот. Вот он. Увеличим зону поражения немножко. Самую малость. Ходят тут всякие. Мне нравятся достижения эти. Эй, чувак, иди сюда. Поищите вот или признаки. Может, может внутри кто-то спасся. Ладно, идем. Или подожди, нет. Нет. Нет-нет-нетушки. Я еще топор даже не проверил. Надо устраивать почаще такие ловушки. Это реально облегчает немножко. Крепления какие-то. Куча автобусов этих бронированных. Типа. Помогло ли им это, неизвестно. Микросхема. Возьми, пожалуйста. И протеиновый батончик. Ты как? Ты чё? Ты? Что такое? Почему ты сюда добрался? О, мне дали достижение. Переломный момент. Нанесите увечья 100 конечностям. Класс. Аккумулятор на месте. А, вода высохла. Ну подожди пока, пускай полежит. Так, аккумулятор пускай тоже постоит. Я буду знать хоть где его брать. Чисто в бошку. И он еще и выжил. Оружие так себе получается, если он еще и выжил после этого. Так, некоторые зомби носят броню. Чтобы нанести им урон, цельтесь в уязвимые места. На. Уязвимые места. А как целиться в уязвимые места? Типа в голову бить? А, ну вот, да, убить в голову. Кувалда. А, у меня нет места. Подожди. Сейчас будет. Сейчас сделаем. Так, 75. 75 на данный момент самое слабое. Разбираем. Вообще все 75-ки разберу. Надо просто вот побольше разобрать сейчас, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Дубинка мне не нравится. Синтетические волокна. Что вы? Колун. Ай, дай мне колун обратно. Как, какой-то колун не очень эффективный, ты заметил? Ну, ты заметил, что он как бы даже с накопленной энергией не сносит обычного ходока. А может, у них жизни поднялись? Уровень увеличился. Я не думаю, что там есть живые. Ну, то есть... Кто-то явно не хотел, чтобы люди или нелюди выбрались наружу. Бля, монтировка хорошая. Убейте всех. А, так не надо все равно внутри. Окей. Убить всех, я понял. Давай. Даже топор не жалко было, если честно. Даже не жалко. Ну как, немножко жалко, но я все-таки целую кучу убил. Ой, 60 хп! Есть. Меня вообще покромсали на куски. Так, а меня кто-то сзади бьет или что? Я не увидел кого-то. А, да, меня еще и сзади лупили. 0 хп, я только нажал на кнопку. А ты смотри, какая там толпа, бляха. Мне нужен какой-то план, определенно. А воды больше нету. В смысле нету воды? Я думал их сюда привезти на ток. А вот вода. Так, ладно. Ладно, я вас понял. Я понял, что вы от меня хотите. Мне надо взять какую-нибудь, которую мне не жалко. Здесь есть вода, есть бенз. О. А, уже открыто, подожди, а почему? Это надо поджечь мне. А, во, все, подожглось. Подожглось просто от того, что я кинул в него. Идите сюда, ребят. А, они... Вот ток, кстати, эффективнее работает. Ток работает эффективней. Ток их останавливает, а огонь не особо. И что, выходим, нет? О, еще одна канистра.
Блин, вон там сидят, жрут и не заметили меня. Надо поднять у них тревогу, а потом эту канистру хватануть и поджечь ее на выходе. Поищите в отеле признаки жизни. Хорошо. Убейте их всех, да мы знаем. Давайте, ребят. Подходим, подходим. О, ёп, быстро подошли как-то. Надо за здоровьем следить. Надо следить за здоровьем. Вообще осмотреться, что здесь у нас. Так, здесь вроде никого, хорошо. А, сохранение. Да ёпта, как ты до меня добрался? Я же тебя бил. Да и что ты вообще... Так, в ящиках лежат спрятанные кем-то припасы. Что-то там про ключ написано. Сейчас, ребят, не могу пока читать. У меня ответственное задание. Мне надо убить их всех. Бля, толпой они, конечно, гасят не слабо. Так, надо уходить. 34 хп вовремя я ушел. Лежать. Так, что у меня есть вообще из оружия еще прикольного? О, давай колун. Блин, двоим должно было пролететь. Должно было пролететь, двоим пролетело только... Ситуация можно описать словом «дерьмовая», согласен. Кто-то жив? Кажется, это радио. Я веду вещание из отеля «Серлинг» в Санта-Монике. У нас есть убежище, медицинское оборудование. О, ключ от ячейки. Если вы ранены, мы можем вам помочь. Если вы меня слышите, мы будем рады. Вместе мы сильнее. Там какие-нибудь каннибалы засели, стопудово. Какие-нибудь каннибалы, это... Да... О, гиблое дело. Здравствуйте, добро пожаловать в отель Гальперин. Мы делаем все, чтобы обеспечить вам качественный и роскошный отдых. Говорит доктор Рид. Чтобы забронировать номер, нажмите 1. А, медицинское... Это мы все это мы слышим. Если вы планируете пышную свадьбу, хотите присоединиться к нашей планированной программе. А, это зомби дозвонилось сюда. Все, я понял. Да все, хорош мне еще раз воспроизводить это. Ясно. Зомби случайно позвонил в отель и записал диктофон. Ой, как здесь все страшненько выглядит. Так, мне нужно, откуда идет этот голос, найти, ясно. Ткань возьмем. Аккумулятор, хорошо. Мы вместе, мы сильнее. Электроника. Так, а где я генератор? И музыку какую-то типа ставят такую. Так, доктор Рид, я понял. Дай возьми, возьми с собой канистру. Может, я ее получится где-нибудь раскидать. Приглашение на свадьбу. Читать не буду. Окно осмотреть. Зовите на помощь. Вы меня слышите? Я тебя слышу. Приходи сюда и присоединяйся к нам. Клянусь, я вырежу свое имя на твоем сердце. Это майор Джесс Букер. Я жду. Она пьяная, что ли? Что за... Откуда она знает, что я здесь? Неважно. Мне нужно это радио. Майор меня впустит. А не то... И чё? Проберитесь через вестибюль. Так, подожди. Я что-то не въехал. Там майор немножко прибухивает. Ёпки, мать. Ты решила меня напугать, да? Ты решила меня напугать. Я не сильно испугался. Чуть-чуть. Я иду за тобой, майор С. Джей Букер. Звучит как-то угрожающе. Вот, подожди. Аптечка. Вот сейчас, я понимаю, почему здесь так много аптечек. Потому что все-таки, когда их толпа, и когда ты играешь в моем стиле, то есть на расслабоне, спокойно, без особых вот этих заморочек. Прелестная атмосфера отдыха и веселья. О, карточка. Самая грязная работа. Ладно, самую грязную работу посмотрим. Мама, я знаю, что это просто мясо, но мясо не может быть еще теплым. У мяса нет полов, которые... голов, которые прострелены или проткнуты. Но все остальные об этом не говорят. Хотя нам и некогда это обсуждать. С тех пор, как главный штаб отменил все перерывы, и мы работаем из дежурства в дежурство по 14 часов в пластиковых костюмах, в них так жарко, что приходится сливать пот каждые 2 часа. Глаза горят, дышать больно. Я не могу избавиться от запаха химикатов. Даже еду внутри удерживать сложно. Я слышал, открываются камеры эвтаназии, куда будут отправлять зараженных. Проактивная зачистка. Надеюсь, это правда. Может, мы сможем пораньше вернуться домой. В прошлый раз такое письмо могло мне...
помогло мне гораздо больше. Может мне прекратить? Ну, типа чувак, который работал вот, вот в этом вот морге импровизированном. Ух, ебать, колотить. Очень невеселая картина. Осмотрите бассейн отеля. А, подожди, так это бассейн с химикатами? Ха, ясно, сюда, получается, в этот басик скидывали их. Иди почили немножко там. Это был, похоже, эвакуационный центр, но как так получилось, или что он сказал? Они просто растворяются. Класс. Мне лучше туда не прыгать, это уж точно. Окей, смотрите бассейн отеля. Да в смысле смотреть? А, рядышком. Осмотреть. 35%. Каустик X. Промышленная щелочь в промышленных объемах. Да. Ты встанешь? Насос. Мощный насос. О, записочка. Проверка абсосов. Перед сбросом проверьте абсоса. Предупреждаем, сегодня уже была пара случаев, когда тела просыпались прямо перед сбросом. Эти болваны в банкетном зале опять торопятся. Пусть ваши ребята проверяют, что все тела в отключке перед сбросом. Лишнего не будет. И еще осторожнее с брызгами. Нужно, чтобы тела соскальзывали в бассейн, а не плюхались. Это щелочное дерьмо разъедает все без разбора. Я не вижу у вас пандуса, чтобы у вас что-то там... О, открыть кассовый аппарат. Денежку взял? Там должно быть денег целая куча. Но я остался все равно без бабла. А, аптечка мне как бы не положена, да? Ну ты чё, там есть? Там есть ресурсы, меня туда не пускают. Со временем глаз уже замыливается от вечных ресурсов, и ты начинаешь их больше пропускать. Уже не так важно на это все смотреть. Так, о, кто-то встал. Предохранителя у меня нет. Дай скину его в бассейн, попробую. Сейчас. Иди сюда. Ну, идешь? Господи, какой ты медленный. Давай, падай. Шат. Опыта получил. 15 с него опыта получил. Представляешь, просто столкнул в бассейн. Так, окей. Что еще где обыскать? А было хорошее, красивое место, на самом деле. Во что оно превратилось? Просто ужас какой-то, кошмар, блядь. Осталась последняя улика. Стопудово. Где я ее пропустил? О, она? А я думал, это опасное место, и сюда лучше не подходить. Они заканчивали что-то прямо в канализацию? Ёптвою мать, они растворяли людей. Да ты только понял, что ли? А когда бассейн переполнился, они тупо закачали все в канализацию. Эй, если ищешь своего жениха, то он развалился в бассейне. Смеется. Но ты не волнуйся, милочка, мы еще можем сплясать первый танец. Ну, здесь в отеле свадьба должна была проходить. Кто-то должен был совершить ужасное дело, а главное оказалось ты. Вот и выполнила долг. Убейте всех. О, это бегуны. А зачем она на меня натравила бегунов? Идите, жрите мясо, твари. А, ты в костюме, да? Тебе пофиг, да? Щелочка. Музычку поставили. Они должны жариться там, нет? Я ж специально их закинул туда. Ой, что-то взорвалось. Так, по жизням пока все нормально. По жизням пока все окей. Музычка норм. Иди туда, блядь, в бассейн давай. А он вылазит из бассейна, почему? А, ну он в костюме, ясно. О, молоток. Мощный гвоздодер. Где он? 103 мощь. Хорошо. Ну, согласен, мощный. Он в костюме, все. А я его уже второй раз скидываю в бассейн. Даже третий, наверное. Вот это был сейчас второй раз, когда именно его, а до этого еще одного скидываю. Ой, нормально, мне нравится. Давай, в костюме, я понял, ты в костюме. Иди отдохни. А, вот и пандус тебе, по которому они скатывали. Вообще на тебя не действует? Ну тогда вылазь ко мне, я не полезу. Я туда вниз не пойду. Тебя по стариночке придется разобрать. Все? Все? Обслуживание, это майор Букер из номера 307. Еще бухла. А,
ну вот, мы сейчас и найдем, куда идти. Номер 307. Майор, я сейчас поднимусь, и мы вместе приходим бутылочку. Блин, там что-то лежит. Деньги. Опа. И батончик. Нормально, кстати, я вроде от этой штуки не умираю. Мне что-то даже не особо не отображалось. О, энергетик. Канистра с водой мне особо сейчас не нужна. Бегу, но ты откуда взялся? А, дверь открыл. Молодец, кстати. Я залезу туда с удовольствием. Крепление забрать. Спасибо за открытую дверь. А, ну да, красота. Красиво. Явно, нам явно нужно туда залезть. А, все. Верстак! У-ху! Сейчас, погоди. Нет места для хлама? В смысле? Ресурсы тоже ограничены. Аккумулятор есть. Канистра с водой немножко залагала. Самую малость. И что тут у нас еще? Так, давай улучшать. Давай улучшим оружие, которое у меня сейчас есть, зелененькое. Во-первых, разберемся по мощи. Что у меня самое мощное? 100... Да у меня все сотку. Молоток. Мне нравится. Молоток отремонтирую, во-первых. А во-вторых, улучшу. Нет модификации, умения. Могу сделать умение, чтобы урон, но уменьшает прочность. А давай урон. Давай урон будем качать. Прочная рукоять. А модификаторов нет. Печалька. Вот это я скажу даже так, я немножко расстроен. Обычные разберем просто все. Оставим только зеленые. Улучшение. Скорость атаки, но уменьшает силу удара. Все равно повышается мощь. Так, ёпт. Давай. Скорость атаки надо, кстати, тебе качнуть. Вот здесь скорость атаки будет очень, как бы, актуальна. Так, ремонт. Ремонт. Ба, подожди, ремонт стоит. Ремонт за деньги делается. Я только сейчас увидел. Твою мать. Ну ладно, у меня 10 тысяч. А почему ремонт за деньги? А умение? Не хватает, провода не хватает. Еще и денег это стоит. Ладно, давай разберем что-нибудь. Мне провод нужен. А вот эту штуку мы будем ремонтировать? 88 не будем. А вот эту будем. Ремонт. Подгонка уровня. Типа она увеличит уровень. Не, подожди, пока уровень не будем увеличивать. В принципе, я немножко здесь поулучшал всякого разного. Всякого разного я поулучшал, поэтому... Ну, пойдем дальше. И сколько всего. Так, окей. Ну, канистра с водой мне сейчас как бы не нужна. Подожди. Хлам нет места. Ты издеваешься? У меня максимальное количество хлама? Хлам. У меня есть 99 хлама. А-а-а. Ясно. Они могут быть у них, встречаются везде. Ну все, тогда хлам мне больше не нужен. Ну пускай будет 99, хорошо. Давай в рюкзаке порядок наведем. Немножко оружие переместим сюда. Ну в принципе, если вот так разобраться, то как бы очень даже хорошо все зелененькое, да? Только дай монтировку починю. Ай, слушай, чё я мелочусь? Давай отремонтируем монтировку, да еще попрокачиваем, что мы там можем. Мне проводов не хватает. Ну могу сделать вот эту. Давай. Все равно мачетка у меня сейчас самая крутая будет. Вот это. Так, 307 номер. 307 номер, погнали. Это тут туда? А, вон туда. Окей. Да это ж вон отель, нет? Какой 307 там? Какой-то может быть номер. Или мы сейчас в обход пойдем? Верстаку буду радоваться очень сильно, я понял. В задней части отеля должна быть служебная лестница. А, ясно, что ты в обход пошел. Служебную лестницу хочешь. Раньше объяснить нельзя было? Раньше сказать, чтобы я не задавал глупых вопросов, то увижу сейчас глупо. Мне послышалось ли по громкоговорителю этому зомби сейчас рычит? Что, я испортила твой праздник? Скажи спасибо. Ты была похожа на белого кита. Ой, землетрясение. Почему она себя так плохо ведет? Погоди-ка, она говорит не со мной, она говорит с кем-то еще. О, взрывной ходок. Сейчас рванет. Да, я видел. Не боись.
Здесь надо очень аккуратно заходить. Засада. Чей-то праздник жизни смешали с грязью. Ой, этот ходок, мне надо от него отвалить. Так, скажите сейчас. Я хочу это почитать. Боже, тут такое происходит, очуметь. Да ладно, что случилось? Рассказывай, вирус. Свадьба, священник такой. Есть ли возражения? Тут бах, двери нараспашку, в зал заваливаются военные. Сказали всем валить нахер, отель теперь центр эвакуации. Да ладно, они остановили свадьбу. Ага, майор Букер сказала сестренке идти праздновать в Рено, лол. И выжила, вау, но тебя хоть спасут первой. В чате пишут, что вирус просто жопа. Да, только Бекки заперлась в номере и орет, что не уйдет, пока не выйдет замуж. Удивительно, что отель еще не обрушился. Я не шучу, ладно, надо бежать успокаивать, пока мамка совсем не свихнулась. Давай удачи, увидимся у Мэдиса на следующей неделе. А, ну ясно. С черепом мы знаем, про череп идем, давай. Тихо. Отключить генератор, дай. Да ёб твою мать, я не хочу с ним сражаться. Есть план. Лестница уже неплохо. Ой, да он до сих пор добивает сюда. А все, его больше не жарит. Он умер или меня убил? А, он, видимо, умер от электричества. Это было очень странно. Ткань. Опа. Синтетические волокна. Мне бы провода какие-нибудь вообще пригодились бы на самом деле очень сильно. Очень сильно бы пригодились провода. О, аптечка тоже хорошо. Это был ходок с черепом. То есть, типа, просто уровнем повыше, чем я, поэтому особо бояться его нет смысла. Не, они, конечно, бывают хрен... Ну, прям очень сильно. Гораздо сильнее, чем я. Как тот меня с одной плюшки завалил. Но... Иногда может прокатить. Иногда может получиться. Так, дай, пожалуйста, электронику. Получается, у нас майор Букер. Она выполняла приказ. Заперлась в номере, сейчас бухает. И кучу народу как бы растворила. Вторая сотня. Этажом выше будет первая. Поднимитесь на третий этаж. Ну, логично. Эй, ты! Горилла в платье. Я жду. 307-й. Покончим с этим. Ага, ясно. Надо вообще свет включить. А, те меня, конечно же, услышали. Ну, давай. Взрывной ходок! Как мне его победить вообще? Ясно. Я думал, что у меня будет время отойти. Ходоки... Гренадеры. Первая кровь. Ходоки носят жилеты с гранатами и при получении урона с большей вероятностью взорвутся. С большей вероятностью. Ёб твою мать. Ну, ходоки в защите мы видели таких. О, провода. То, что надо. Вот провода — это огонь. Здесь очень много военных. Ты заметил вообще? Здесь уже военных больше, чем остальных живых людей. Получается, военные себя как бы оберегали, а людей не сберегли. На две части. На две частюлечки как бы взял и разрубил. Куда дальше двигать? А, туда. А здесь уже и пожарные поработали. Химическая бомба. Сейчас у вас три метательных предмета, но за раз вы можете взять только два. Нажмите, чтобы открыть рюкзак и посмотреть. Срабатывает при контакте. Мочит водой. Контузит. Это устройство для тушения пожаров. Гасит огонь. Контузит всех окружающих зомби и делает их намокшими. А, если есть там какой-то провод, то, конечно, это будет удобно. Но сейчас мне нужно конкретно открыть. Кто-то до сих пор жжет все подряд. Да ты огонь, детка. Еще бегун и горящий. Ну, как бы, так себе комбинация, если честно. Блин, я ведь почти все потушил. Ты убила моих ребят. Ты поплатишься за каждого из них. Это землетрясение, спокойно. Надо было бросить тебя в бассейн вместе с женишком. Ключ от ячейки номер 14. О, хорошо. Блять. Ёбаные зомби. Новый уровень, отлично. Открыта карточка выживальщика. Блин, у меня, конечно, много карточек, но мне нет места, куда их использовать. Так, это что у нас? Слабовато, мы это знаем. Колени — слабое место. Атаки в скольжении получают большой бонус к урону. Такие атаки могут сбить обычных зомби с ног. Блин, кстати, я редко вообще в скольжении использую. Не, пока не хочу.
А как она могла убить твоих ребят? А, подожди, может она это заразилась и погрызла их? И где-то сейчас ходит это типа босс этого уровня, блядь, невеста. Это вообще раковина или ванна? Это ванна? Чё она такая маленькая? На раковину больше похоже. То есть на этой локации будет босс с... ну, невеста, которые испортили свадьбу. Страшное же... это будет страшно, я думаю. Это будет очень страшно. Денежка, давай сюда. Хорош. Ёб твою мать, да когда меня успело током ударить? Я же далеко от проводов шел. Кстати, я так и не понял, как блокировать атаки. То есть я понял, как уклоняться, а как блокировать, так до сих пор и не понял. Тихо. Так, ладно. На две кнопки не работает. О, крепление, давай сюда. Пускай будут. Пускай будут, определенно. Аптечка, нет места и полные жизни еще не используются. А, вот сейчас потратим. Вот и аптечку используем. Хорош. По двоим сразу. Понял. Одного даже завалился, одного удара, да ладно. Ой-ой-ой, лучше из этой лужи выйти. Это же бензин. Или это кровь? Не, кровь вообще сворачивает. А, нет, это бензин. Это бензин, но там лежит канистра. Ага, я знал, что здесь кто-то есть. Я это предвидел, я даже не испугался. О, батончик. Ой, фу. Ой. Все в кровище, блядь. Такой отель испортили, а? Представляешь, какой классный был бы здесь... Ну, какой был классный этот номер. Огонь. Но сейчас здесь все в кровище и в мухах. Я не представляю, какой тут запах должен стоять. Просто тут с ума сойти, наверное, можно от вони. Ладно, двигаем дальше. А, опа. Сейф. Деньги, 300 баксов, хорош. Так, как мне попасть дальше? А, мне здесь пройти надо. Вот тут. Вот, все, мой проход. Так, подожди. А, уже рассоединить нельзя? Бля, куда мне теперь деваться? Опнуть, если. Во-во. Да кто меня током бьет? Ёб твою мать. Все, закончилось. Я же хотел пригласить кого-нибудь на данную вечеринку с электричеством. Слишком опасно, если только не отрубить питание. Да, я сейчас ходока завалю. Записочка. Заметка для механика. Для того, кто будет чинить этот кошмар, берегитесь кабелей под напряжением в шахте. Электрощит в соседней комнате, но номера 201 и 203 на той же цепи. Перед отключением питания предупредите своих солдат, чтобы не орали почем зря. Карл. В соседней комнате, окей. Денежки. Денежки давай сюда. Соседняя комната, это он про вот это имеет в виду? Она закрыта. Открыта? Да ладно. Шкафчик для хранения. Это, кстати, мой шкафчик. А я могу сюда скинуть? Нет, не могу. Я не могу туда скинуть свои ресурсы. Я бы скинул хлам, еще бы собирал. О. Это получается безопасная зона. Видишь, у меня даже забрали оружие из рук. Сплав. Сертёр. Так, необычная модификация. Создать, я не понял, что это такое? Это же урон. Стой. Дает небольшой бонус к урону и преобразует урон оружия в электрический. Несколько попаданий по зомби накладывает эффект. Так, я опять заметил, что у нас тут уже времени прошло целая гора. Слушай, ну вот игра так затягивает, что просто я не замечаю, не могу следить за ходом времени. Давай так, прямо сейчас прерываемся. В следующей серии продолжим прямо с этого момента. Спасибо, что досмотрел до конца. Я надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, начинай самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.